В эфире «Время новостей» в студии Гульнара Юдина. Здравствуйте. Коротко о главных событиях к этому часу. Владимир Путин предложил наметить приоритет отношений между Россией и Китаем на перспективу в ходе российско-китайских переговоров в Пекине в расширенном составе. Об этом сообщает ТАСС. Российский президент выразил уверенность, что Россия и Китай способны добиться еще больших успехов по всем направлениям сотрудничества – торговле, инвестициях, в сельское хозяйство, энергетике и в сфере высоких технологий. В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпинь отметил, что нынешний визит Владимира Путина проходит в годовщину 20-летия установления между Россией и Китаем отношений стратегического партнерства и всеотъемлющего сотрудничества, а также в год 15-летия заключения договора о дружбе и добрососедстве. Китайский лидер выразил уверенность, что этот договор по-прежнему актуален для развития двусторонних отношений, и стороны должны руководствоваться его целями, принципами и духом. Оторванные от мира жители села Заречное Джанкойского района не перестают обращаться во всевозможные станции за помощью. В мае прошлого года там обрушился единственный мост, соединяющий сразу несколько населенных пунктов. Авария произошла из-за проседания дорожного полотна. Сейчас у людей появилась надежда, что местные чиновники справятся с проблемой раз и навсегда. Подробнее в видеоматериале наших корреспондентов. Говорят, обещанного 3 года ждут. Жители села Заречное Джанкойского района уже перестали верить, что этот мост снова заработает. Им много раз обещали ввести его в строй. По версии сотрудников Министерства транспорта республики, мост должен был заработать еще в 2015 году, но ВОЗ и ныне там. Нам назначали уже на нашей памяти 4 даты. Конкретно приезжал 2 раза исполняющий обязанности заместителя министра транспорта Дукорский. Он 2 даты лично называл. Это было зафиксировано нашими как бы и телевидением, и нашими гражданами на камеру. Он называл первую дату, что будет временный мост 1 июня. Вторая дата была 1 октября, что уже будет стоять постоянный мост нормальный 2015 года. Буквально в 10 метрах от моста установлено ограждение с надписью «Проезд запрещен». Местных жителей это не пугает, другого выхода нет. Каждый раз они, рискуя жизнью, добираются в сельсовет или школу по протоптанной дорожке, правда, пешком. И вторая существующая дорога ничуть не лучше аварийной. Каждый день вот так вот переходим через мост на велосипеде, потому что иначе никак. Очень тяжело, особенно зимой. Вот ездила и в снег, и по дождю. Мост проходит через реку. Здесь часто рыбачит маленький Коля. А чтобы как-то обезопасить себя, он каждый раз держится за ржавый поручень. Но однажды он все же провалился в воду. Я тут один упал. И что? Вон туда. Туда упал? Прям? Да. И что было? Меня Коля цыган вытащил оттуда. Я тонул просто. Когда дождь, тут ливень был, тут аж вот так протекала вода. Сейчас появилась еще одна надежда на чудо. Назначена новая дата реконструкции аварийного моста. К слову, и деньги на это благо тоже выделены. На все около 100 миллионов рублей. Выделены средства на не восстановление моста, а строительство нового моста. Болотинского моста. Сумма 95 миллионов. Если там представитель поправит, часть денег направлена на проектно-сметную документацию, в пределах 92 миллионов. Это основные работы. Строительство этого мостового перехода будет начато после определения конкурсных процедур и определения строительного подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ. Ориентировочный срок – это август месяц. Планируется по этой документации срок строительства определен 4 месяца. То есть в декабре месяце мы планируем его ввести в эксплуатацию. Есть и вероятность того, что реконструкция может ускориться. Вся надежда на Керченскую паромную переправу. С ее помощью можно доставить стройматериалы в короткие сроки. А вот местным жителям остается только надеяться, что их общая мечта претворится в реальность. Эвелина Белошапка, Евгения Довжик, Дмитрий Лалетин. Время новостей. Джанкойский район. Наш телеканал совместно с Российским фондом помощи продолжает социальную акцию. Мы помогаем тяжелобольным детям. Присоединиться к доброму делу может каждый. Короткое смс со словом «дети» на номер 5542 латиницей или кириллицей спасет чью-то жизнь. Стоимость одного сообщения – 75 рублей. Наша помощь нужна Маше Шишловой из города Саки. Девочке 7 лет, у нее сахарный диабет 1-го типа. Необходима срочная установка инсулиновой помпы. Подробности далее. Самый главный вопрос, наверное, у всех.
Почему именно мы, почему именно мой ребенок? Почему и из-за чего? Я постоянно билась, постоянно вот спрашивала у врачей, искала в интернете. Вот. А потом просто я поняла, что это бесполезно. В тот момент вся семья, узнав о диагнозе дочери, решила одно. Все силы должны быть направлены на выздоровление, а не на слезы и лишние вопросы. Маша всегда рада гостям и с удовольствием проводит экскурсию. Показывает, где посадила клубнику, какие у них с мамой и бабушкой расцвели ромашки, а также где она в тишине прячется и любит читать. Но все это возможно только при выполнении режима, по которому девочка живет последние полтора года. Маша заболела ОРВИ или гриппом, в общем, какая-то вирусная была инфекция. Она дня три поболела, и я ждала, что ребенок идет на поправку, а она начала и стала хуже. То есть я вижу, она апатичная, она вялая, у нее абсолютно нет никаких сил. Я поняла, что это не то с Машей. Она еще очень активная, ну, видно, что ребенок сильно плохо чувствовал себя. Мы сдали сахар 19, на этом все уже было. Это уже понятно и не врачу. И все, началась жизнь с сахарным диабетом. Пришлось переучиваться, по-новому все планировать, пройти школу диабета, узнать, что значит под каждый прием пищи подкалывать инсулин. Но другого выхода не было. Я поняла, что все сейчас в моих руках, потому что Маша, она маленькая, и это... Ну, хочется жить без осложнений. Самое, ну, как бы страшное и, ну, и ненужное, да, неуместное – это осложнение диабета первого типа. То есть хочу, чтобы ребенок здоровым вырос. За Машей Шишловой невозможно успеть. Гиперактивный ребенок. Родители до сих пор не понимают, для чего им это испытание – сахарный диабет первого типа. Почему Маша должна пройти через это? Но пытаются смириться, понимая, что дочке теперь с этим жить. Сейчас фрукты на улице у нас, вот, пожалуйста, да, свои. Она не сорвет, не съест. Она сорвет, принесет. Попросит посчитать ей там к завтраку или к обеду клубнику или что-то, да, то есть она сама, ну, не делает, она понимает, что это для не в ее интересах. 4 укола в день, постоянное измерение сахара. Первое время привыкнуть к ежедневной боли девочка не могла. Слезы только при виде иголки. Но со временем родители сумели объяснить ей, что теперь это часть жизни. Но высокие сахара вообще влияют как? Они развивают осложнения, которые я вот больше всего и не хочу. Вот почему для меня, да, вопрос ровных сахаров очень важен. А по самочувствию она высокий сахар не чувствует практически. То есть вот если, знаете, там вот у нее гипо падает сахар, она сразу бежит и говорит, у меня упал, там надо что-то скушать, или сразу кушает. А если сахар вот у нее высокий, она ходит, она не чувствует. Маше необходима срочная установка инсулиновой помпы, которая поможет стабилизировать состояние. Самостоятельно родители не смогут ее приобрести. Сумма к сбору 188 526 рублей. Я хочу выздороветь. Мне нужна инсулиновая помпа. Просто нужно отправить смс на короткий номер 5542 со словом «дети», латиницей или кириллицей. Стоимость одного сообщения – 75 рублей. После отправки вам придет смс с просьбой подтвердить перевод. Это требование закона о связи. Пожалуйста, сделайте это. Не оставайтесь равнодушными. История со строящимся объектом вблизи зоопарка «Сказка» получила свое продолжение. Ситуацию прокомментировал глава администрации Ялты Андрей Ростенко. Мы рассказывали об этом в наших выпусках. Рядом со «Сказкой» уже установлены места для зрителей и бассейн, в который пустили морских животных. Как выяснилось у сотрудников Государственного комитета ветеринарии Республики Крым, нет никаких данных о состоянии здоровья животных. К объекту их не пропускают. А в администрации Ялты не располагают информации о том, на каких основаниях ведется строительство. Обо всем подробнее в нашем репортаже. О том, что рядом с зоопарком «Сказка» строят объект, похожий на дельфинарий, в администрации Ялты знают. Ее глава Андрей Ростенко заявляет, что ему неизвестно, на основании каких правоустанавливающих документов это делается. В администрацию Ялты никто ничего не предоставлял, сказал Андрей Ростенко. Размещение именно этого объекта по всему, насколько мне доложили муниципальный контроль, это не капитальный объект строительства, там сборная конструкция. Как бы она попадает, вполне возможно, попадает под как НТО, нестационарный торговый объект. То есть производится монтаж без оформления всяких, ну, правоустанавливающих документов, что, конечно, совершенно не может нас удовлетворять. При этом Андрей Ростенко добавил, он как глава Ялты не против любого строительства и размещения подобных объектов. Это привлекает туристов в регион. Но главное, все должно быть только по закону. В данном случае мы после изучения ситуации предложим свой вариант, например, или демонтажа объекта, или приведения в соответствие
с требованием законодательства. Внимание к строящемуся объекту привлекли случайные прохожие, которые заметили, в каких условиях содержатся морские животные. Один из жителей Симферополя написал об этом главному ветеринару Крыма Валерию Иванову. Воды в чане было очень мало. Такому количеству животных в чане очень тесно. Животные изранены, очень вялые. Кроме того, чан стоит под открытым небом, под палящим солнцем. И это в 36-градусную жару. Главный ветеринар Крыма заявил, у него нет гарантии, что млекопитающие здоровы. Валерий Иванов опасается. Свободолюбивые морские животные в таких условиях долго не протянут. Если эти животные заболеют по вине ненадлежащего содержания или, бог не дай, погибнут, мы со всей ответственностью, всей строгостью закона накажем таких владельцев за вещи, которые не надо делать. К делу подключились и экологи. Они провели свою проверку. По данному факту сотрудникам министерства было вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по статье 8.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Сейчас экологи и ветеринары пытаются выяснить наверняка, кто же все-таки пытается нажиться на животных. Ходят слухи, что этот объект имеет отношение к владельцу соседнего зоопарка «Сказка» Олегу Зубкову. В общем-то, бытует мнение, что он принадлежит собственнику зоопарка. Однако сами рабочие, которых мы застали на объекте, убеждали нас в обратном. Мол, строит тут другой предприниматель. Сам же Олег Зубков прояснить ситуацию не захотел, отказавшись дать интервью нашему телеканалу. Ничем вам не могу помочь. Ничем вам не могу помочь. Ну, может быть... Мы уже поговорили с вами. Ну, может быть, вы как-то прокомментируете? Нет. Первому крымскому, любому другому каналу, может быть, но не первому крымскому. А вот другим СМИ Олег Зубков охотно комментирует все. Действительно, там установлен стационарный огромный дельфинарий, самый большой из всех сборных в Крыму. Там две белухи и четыре дельфина, группа с тренерами и собственники предприятия, с которыми мы заключили договор. С российскими разрешениями и со всеми документами. Дельфины обслуживаются нормально, кому-то нужен из этого скандал, пусть делают. На карантин мы подали заявку, но устроили кипиш, скандал. А вот чан – это когда корыто стоит, а там огромный сборный дельфинарий. Представитель ООО зоопарка «Сказка» ООО Зубкова предоставила в Ялтинский лечебницу ветеринарную вот следующий документ, где она просит поставить на карантин прибывших животных по четырем формам, не называя их. Соответствующие представители государственной службы пришли для постановки на карантин, увидели, что это не совсем классические животные, это животные, которые требуют особых условий содержания, для чего необходимо составить акт о возможности постановки на карантин. По состоянию на сегодня, насколько я знаю, государственную ветеринарную инспекцию Ялты не допускают на данный объект. Разбирательства продолжаются. Уже направлены запросы в управление МВД Ялты, департамент имущественных и земельных отношений городской администрации, а также в Ялтинский городской ветеринарно-лечебный профилактический центр. Эвелина Белошапка, Алексей Романов. Время новостей. Ялта. Крымчане могут принять участие в новом фотоконкурсе и рассказать историю семейного портрета. С таким одноименным названием на полуострове началась акция. Участников призывают не только изучить свое генеалогическое древо, но и вспомнить о традиционных семейных ценностях. Фотоконкурс приурочен к празднованию Дня семьи, любви и верности. Его отмечают 8 июля. Покровителями считаются святые муромский князь Петр и супруга Феврония. Еще при жизни они как раз-таки были именно образцами верности супружеской, семейного счастья. Даже сохранилась такая легенда о том, что когда в один день скончались и Петр, и Феврония, они были похоронены в разных местах. Но каким-то чудесным образом они оказались в одном захоронении. Фотоконкурс проходит по инициативе межрегиональной общественной организации «Русское единство» при поддержке Министерства культуры Крыма. Работы принимаются как в печатном, так и в электронном виде. Адрес вы видите на своих экранах. Сроки подачи до 4 июля. Сама выставка будет проходить в Гагаринском парке 8 июля. В музее, отмечают, уже начали поступать фотографии, среди некоторых действительно уникальные. Это большая русская семья из села Мазанки. Это потомки первых поселенцев в конце 18 века. И вот эта фотография была уже опубликована у нас в фотоальбоме «Лиц Тавриды народы». И буквально, наверное, в прошлом месяце случайно житель Севастополя узнал здесь своих родных. Это вся информация к данному часу. Больше новостей на нашем сайте, а также на страницах телеканала в социальных сетях. Сообщать об интересных событиях вы можете по телефону, который видите на своих экранах. Я желаю вам только добрых новостей. До встречи в эфире.